Наше будущее в ЕС, а вовсе не в Евразийском союзе. Наши корни в Европе. Такое заявление сделал мэр Кишинева Дарин Киртуак в ответ на высказывание вице-премьера России Дмитрия Рогозина, озвученные накануне в Тирасполе. Дарин Киртуак присутствовал в качестве гостя на одной из передач румынского телеканала ТВР-1. Он подчеркнул, что со следующего года в столице на площади Великого национального собрания будут отмечать День Европы. Напомним, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что единственным шансом Молдовы на лучшее будущее является вступление в Евразийский союз.